большой планшет Honor Pad X8. В комплекте с устройством идет адаптер питания, кабель USB-C и документация. Перед нами большой 10-дюймовый планшет толщиной 7,6 мм и весом около 460 грамм. Тыльная стенка устройства выполнена из металла глубокого синего цвета, грани – пластиковые. Дисплей с довольно широкими рамками изготовлен на базе IPS-панели с разрешением 1920 на 1200 точек. Расположение элементов следующее. На верхней грани находится качелька регулировки громкости и клавиша питания. На правой – единственный физический порт Type-C для зарядки и подключения наушников и слот для карты памяти. Также на боковые грани вынесены отверстия динамиков. Камера планшета посредственная. 5 мегапикселей основная и 2 мегапикселя фронтальная. Для общения по видеосвязи вполне достаточно. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT8786 и 4 гигабайта оперативной памяти. Операционная система Android 12. Емкость батареи небольшая, всего 5100 мАч. С учетом большого экрана заряд будет улетать быстро. Через 7 часов игры или 11 часов в режиме чтения. Полная зарядка с нуля займет около 2,5 часов. Подытожим. Этот доступный планшет с большим экраном и стереозвуком – хороший выбор для нетребовательных повседневных задач. В числе его недостатков – небольшая автономность. Из достоинств – поддержка карт памяти, спутниковая навигация и сервисы Google.